Продолжаем выпуск. До самого волшебного праздника в году остается меньше недели. Оставшиеся до Нового года дни обещают быть насыщенными на различные мероприятия. А тюбинцев ждут конкурсы, концерты и утренники. О том, какие еще сюрпризы подготовили для горожан в преддверии нового 2017 года, рассказала руководитель отдела культуры и развития языков Актобе в ходе пресс-конференции в инфоцентре «Актобе Акпарат». Старт череде новогодних мероприятий был дан 21 декабря. Тогда торжественно зажгли главную елку области. Всего в городе и в сельских округах установлено 80 елок. А для самых маленьких горожан проводятся новогодние утренники. Горожане, которые хотят проявить себя в творчестве, могут принять участие в конкурсах. Парад Дедов Морозов и Снегурочек и лучшие скульптуры из снега. Оба конкурса состоятся 30 декабря в 11 часов утра в Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента. По 29 часов мы принимаем заявки. Здесь каждый желающий могут принять участие, так как это творческий конкурс. Нам бы хотелось, чтобы горожане активно приняли. Другой конкурс, конечно, это уже немного другой жанр. Это на лучшую снежную скульптуру. Непосредственно здесь, опять-таки, нет ограничений абсолютно в фантазии каждого участника. Это коллективный конкурс. Нам бы хотелось, чтобы все желающие приходили или с семьями, или там с коллегами, чтобы непосредственно определенное количество, 5, 7, 10 человек, могли нам построить красивые скульптуры из снега, которые, соответственно, будут оцениваться соответствующими компетентными жюри, скульпторами нашего города. Самое главное и самое ожидаемое всеми празднество состоится в новогоднюю ночь в парке культуры и отдыха имени первого президента. Организаторы праздничной программы обещают удивлять интересными конкурсами и выступлениями. Новогодние гуляния в парке начнутся в 22:30 и продлятся до 2 часов ночи. И мы надеемся, что в этом году также это мероприятие, ночная шоу-программа понравится нашим горожанам, так как мы провожаем год обезьяны, а ждем, естественно, года петуха. Соответственно, у нас вся наша программа, театрализованные представления, все игровые моменты, конкурсы, все будет происходить по этой тематике. И запланировали, многие горожане приходят после 12 часов, поэтому мы уже традиционно новогодний фейерверк ставим на час ночи, чтобы уже большинство горожан могли порадоваться. Рассказали о том, как будет организовано движение транспорта в новогоднюю ночь. Традиционно будет перекрыт участок дороги по проспекту Абулхаэрхана от улицы Газизы Жубановой до улицы Маншук Маметовой. Движение на этом участке будет закрыто с 9 вечера 31 декабря до 4 утра 1 января. Ольга Литвина, Манжолайт Магомбетов, Казахстан, Актобе.